Всем доброго времени суток. Удалить двусторонний скотч и клей с лакокрасочного покрытия, не повредив его, легко. Достаточно иметь дрель или шуруповерт и специальную резиновую насадку. Она продается в магазинах автоэмалей, стоит около 300 рублей. А что если нет под рукой такой насадки, а удалять надо много скотча и прямо сейчас? Можно сделать самодельную. Для этого я отрезал от силиконового шланга небольшой кусок. Хомутом затянул на шестигранники. При работе такая насадка легко удаляет двусторонний скотч, но остается немного клея, который нужно будет стереть влажной тряпкой. При использовании специальной резиновой насадки надо работать торцом, иначе она будет размазывать скотч по детали. Пользоваться такой насадкой можно, но не на постоянной основе. Спасибо за внимание.